На банкнотах новых модификаций по-прежнему будут присутствовать изображения российских городов. Однако по образцу новой банкноты номиналом 2000 рублей изображения городов на одной стороне будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города. В начале 90-х годов, когда проектировались банкноты образца 1997 года, административно-территориального деления нашей страны на укрупненные федеральные округа еще не существовало. В результате, если нанести на современную карту России с ее нынешним административно-территориальным устройством те города, чьи изображения присутствуют на банкнотах, мы увидим, что федеральные округа по-разному представлены в банкнотном ряду. Города, расположенные в северо-западном, центральном и дальневосточном федеральных округах, изображены на двух и более номиналах банкнот. Эти три федеральных округа представлены на банкнотах в семи номиналах из девяти имеющихся. Южные и сибирские федеральные округа представлены на банкнотах только одним из городов, расположенных на их территории – Севастополем и Красноярском соответственно. В то же время три федеральных округа вообще не представлены в банкнотном ряду. Ни один из городов Северокавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов не отображен на современных банкнотах. В целях более равномерного представления крупных регионов нашей страны на бумажных денежных знаках Банк России принял решение о размещении на модифицируемых банкнотах изображений городов и достопримечательностей Северокавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.